многие хозяйки сталкивались с такой проблемой. Готовим различные блюда, используя сырой картофель. То есть трем сырой картофель на терке и хотим что-то дальше использовать в каких-то блюдах. Какие-то там, не знаю, драники, ну что-то более сложное с использованием картофеля. Даже добавляем картофель, да, недавно вспомнил, добавлял тертый картофель в котлеты в будущем. Очень, кстати, супер. Немножко добавляем так, 1/10 часть примерно в будущие котлеты тертого картофеля. И котлеты становятся супер такие нежненькие, классные. В общем, все сталкивались с такой проблемой. Натираем этот картофель, только тут что-то готовим дальше, чтобы дальше готовим, там что-то раз используем, опа, а весь картофель посерел или даже посинел. Бывает некоторые сорта картофеля, которые даже синие становятся. Или сразу становится все серое. Ну, если дальше использовать в каких-то сильно переработанных блюдах, то, в принципе, ничего. Но иногда это неприятно. Я нашел один маленький способ, одну маленькую хитрость, как добиться того, что потертый сырой картофель не будет сереть или синеть. Добавляем в этот наш потертый картофель небольшое количество молока, совсем небольшое, чтобы так чуть-чуть его немножечко разжижить, как сметанку такую сделать.